Здравствуйте. Поздравляю всех с Днем Победы. Граждане Белоруссии, леди и джентльмены, товарищи, мы оттуда, из Советского Союза, из Социалистических Республик. Я хочу поздравить весь наш белорусский народ, все национальности, которые населяют нашу Родину, с самым главным праздником Победы 9 мая 1945 года. За Победу! Ура! За Победу! Ура! Ура! Ура!